как делишечки? Я соскучилась и вернулась. Но на самом деле я просто съела доширак и пришла. Что? Кто был круче? Ролтон? А Ролтона не было, был только доширак. Как вы думаете, кто победил в сцене? Начнем с этого, их было меньше. Ген? А китайцы? А облепиховый чай? Хорошо. Допустим, а в танцах? Все. Ну да, нет, там призов нахера. Если по песням, конечно, судить, наверняка там будет какой-нибудь Баньёк, Зуб, кто там еще был такой популярный, офигенно? Мэй? Мэй? Как, видимо, какие-то песни, которых я не знаю. Мои познания в кей-попе, они прям такие. Не кей-поп? А, это феечки вот эти симпатичные, вот эти? Нет? Видимо, в этот момент я ела пиццу. То, что я объявляю, это не значит, что я вас смотрю. Так. Маф, ты готов вручать? Замечательно. Мы готовы начинать награждение потихонечку. По традиции мы начинаем со спецпризов. И первый приз вручает Маф. Всем добрый вечер. По традиции. Награждение начинается со спецпризом от Росинтехфест. Если кто не знает, то это информационное агентство по косплей-фестивалям в России и ближнего зарубежья. Заходите к нам в группу. У нас самый точный и самый подробный календарь косплей-фестивалей и конвентов. То есть их даты, прием заявок. Все, о чем вы узнали, мы вносим в календарь. Так что фотоотчеты, новости всегда можно узнать в нашей группе. Традиция спецприз вручается за редкое дефиле. На этом фестивале было очень много такого. Вот, как и новые фандомы, так неожиданно вспомнили про классику. Но тем не менее, спецприз решено было вручить за одиночное дефиле Риста Арманти, Катарина Класс. Мое перерождение вот на моей игры в качестве злодейки. Катарина, ты в зале? Нет? О, значит, передадут организаторы. Спасибо за замечательный приз. Конечно, мы не заберем его себе. Следующий приз вручает фестиваль Они но Юру. Проходите сюда, я дам вам микрофон. Сначала мы выбрали двух участников проектов отдельно. Ну, в смысле, мы хотим дать призы конкретным участникам проектов. Сначала мы хотели дать один приз косплееру Люмин, который участвовал аж в трех номерах. Под танцовки в караоке, в сценке и, по-моему, в дефиле еще. И так активно убиралась на сцене в первом блоке, что просто покорило наше сердце. Здесь в первом зрительском конкурсе, она здесь. Если здесь, то тогда мы хотим.
хотели ей дать приз, да, потому что она в зрительском конкурсе была просто очаровательной. Маленькая такая девочка, маленький ребеночек. Если ее нет, то значит, да, мы как-нибудь передадим. Мы напишем на стене и надеемся на... Третий наш подарочек предназначается участнику игрового дефиле номер 7, который косплеил Гора. Потому что... Генерал, да. Нет, потому что его пластика была просто превосходной и очень хорошо смотрелась. Тебе немножко самолюбования. Караоке «Хмельной сон обылом», дуэт «Чернильное пламя», но это потому, что мы любим китайцев. Потому что пели они хорошо, да, они были хороши. Прощаемся, надеемся еще увидеться. А теперь еще один спецприз от нашей фотокоманды, от фотографов. Выходите, красоточки, красоточки, сюда. Доброго вечера, с вами снова фотокоманда «Путин». И мы не умеем пользоваться речами, так что вот. Мы сразу объявляем. Первый спецприз – одиночная база в цессе на скидке 50% получает «Ванда Вижн» Максима. Алла Ведьма, выходи, а есть это тут? Чтобы не только выступить на этой сцене, побывать на прекрасном фестивале Тогучи, но и наградить участников дефиле спецпризом. У нас будет большой фестиваль в Белгороде 3 июля, поэтому мы всех ждем. Мы будем очень рады вашей поддержке. Итак, диплом спецприз за лучшее косплей дефиле по мнению организаторов Кагами награждается... Казбенд «Поднебесные упыри». Выступали в этом дефиле,
И этот сертификат дает вам бесплатный проход на наш большой фестиваль в Белгороде. Будем рады вас видеть. Итак, а также мы хотим видеть еще четверых участников на нашем, ну, четверых, да, четыре команды, так сказать. Мы хотим их видеть тоже на нашем фестивале, поэтому наградим сертификатами на посещение Kagami Fest. Это Ринес, Хомка, Алиса Ибьяку-чан, Юки Драгонанджа. Это было потрясающе. Давайте громче-громче поприветствуем. Гран-при от жюри, прям с козырей зашли. Легенда о Зельде. Дивер. Japanization. Здесь сейчас не ищите вообще никакой логики. Я просто буду объявлять, как мне выдали. Так вот, приз зрительских симпатий. Дефиле не формат. Грибочки. Ну невозможно было грибочек не наградить. Возьми у меня грамоту, пожалуйста. Возвращаемся к игровому дефиле. И теперь лучший костюм. Я немножко задом наперед прочитаю, как я люблю это делать. Онлайн. Благословение. Грейст и Хорни. Грейст, Хорни, вы тут? Благословение. О, вот вы где, да? Давайте, бегите, бегите. Еще немножко игрового дефиле. Ну, конечно же, что-то Геншину нужно было дать, да? При зрительских симпатий Геншин, Кицуне Райраку и Асаши Хару. Еще игровое дефиле. Теперь уже лучшее представление образа. Ну что ж. Как вам сказать?
не обошлось без моего участия здесь, конечно. Возможно, этот приз не только им, но и мне тоже. И надеюсь, что вы со мной поделитесь, товарищи, которые взяли меня в заложники. Расчетный день 2. Infamous Over Drillers. Вот у меня как раз тут три штуки. Лучшая техника. Как вы думаете, у кого была лучшая техника? Да ну не BTS. Delete, Taeyong, Lonely. Теперь снова танец. Лучшее представление. Да ну не BTS. Да не BTS. Нифига. EXO. G-Part, Slay, Flying, Upsurs. Я это выглядела. Вы где? Flying Upsurs. А, вот вы где. Идете? Замечательно. Ну и вот еще один танец у меня есть. Гран-при. Самый главный приз в танце. Сейчас снова будете кричать BTS, BTS. Да нет. Нет. Кукуха. Не East Face. Кукуха, ты здесь? Ты здесь. Беги быстрее, это как будто бы не радуетесь. Сейчас на BTS перепишем. Thank you.
возвращаемся к игровому дефиле. Лучшее представление образа в номинации «Влияние Геншина», чтобы вы знали. Так вот, лучшее представление образа в Геншине Скоромуча, которую исполнял или которого, я так и не поняла, это мальчик или девочка, Лил Ксяо. Вообще весь Геншин, пожалуйста, опять. Или это мне лично, Тоби? Надежда Филин, если ты хочешь свою карточку Сбербанка, пожалуйста, подойди сюда. Привет, короче. Продолжаем тему Геншина, собственно. В номинации «Лучший костюм из Геншина» за победу получают Аратаки Итто, это персонаж, в исполнении Лу Шань. Ты здесь? Лу Шань. Аратаки Итто. Не здесь. Караоке. При зрительских симпатий. Кто там, как думаете? Да. Эльфийская песня. Аннет Лилия. Телефон потерял, да вы издеваетесь за кулисами. Кто оставил телефон за кулисами? Кого потеряла? Байонетта. О, Тоби. Байонетта потеряла телефон. Не знаю, такая волосатая женщина, красивая в черном. А вон она, Байонетта, эх ты балда. Это кто телефон потерял? Так вот, при зрительских симпатий, командное дефиле. Упыри, вернитесь-ка обратно. Поднебесные упыри, токийские мстители. Я, пожалуй, отойду, а то их слишком много. Оказывается, в конкурсе караоке тоже есть номинация «Лучшее представление». Так вот, по мнению жюри, лучшее представление в караоке получает нерушимый Тикино Рин. А лучшее исполнение тоже в караоке по фандому «Атака титанов» Базука. Вернись, пожалуйста, обратно. Иди сюда, котик. Ты подарки-то не взял? Да, еще подарки есть. Базука, держи грамоту верхнюю свою. И без подарков не уходи, пожалуйста. Зал. В одиночном дефиле вы выбрали Небожижу в исполнении Баскет. Небожижу, да. Фандом такой, благословение небожителей. О, сценочка. Что вы там говорили, кто выиграл в сценках? К сожалению, фандом. Я не очень понимаю, кто это, но сейчас поймем. Команда Пати Вагнера. Задание легенд. Божественный кузнец. Но я так подозреваю, это Геншин, да? О, а вот тут знакомые люди. Эти ребята косплеили. Полгода назад они косплеили Шизаю, потом было дефиле про ледяного Джека и Эльзу. В этот раз они вышли с Gravity Falls и взяли дефилейный формат «Лучшее представление образа». Нита, Батон, Элис, Люпин.
Дефилейный формат в номинации «Лучший костюм». Трилогия «Хоббит» Анна Риэль. Дамсель Эрранд. Анна Риэль, ты здесь? Хоббит. Нет, это лучший костюм. Как они идут? Они идут так, как будто не боятся, что сейчас выскочит старший Малфой и заберет приз. О, еще одно гран-при от жюри. От жюри. Дефилейный формат. Берет. Туалетный мальчик Хана Кокум Ким Аполли. Подними еще немножечко, пожалуйста, все просят. Вот вам, вот вам. Чего ж вы ему зрительские симпатии не дали? Что это такое? У него гран-при от жюри. А говорили, что он вам нравится. Ну что ж, тут что такое? Одиночное дефиле и лучший костюм. Громовая фантазия 3. Минг. Минг. Громовая фантазия 3. Что ж. Клинок, рассекающий демонов. Одиночное дефиле и номинация «Лучшее представление образа». Ама Мацу. Вон она, с той стороны бежит. О, еще одна принцесса. Замечательно. Ниазия. Лучший костюм. Принцесса Одри из «Наследников 3». Би-Би Алиса. Еще дефиле Ниазия. Теперь уже лучшее представление образа. Куколка, иди-ка сюда. Снова дефиле Ниазия, теперь уже гран-при от жюри. Шира и непобедимая принцесса. Гран-при от жюри в одиночном дефиле получает «Невероятное приключение Джоджо» Есению. Ну, собственно, в командном дефиле все было достаточно предсказуемо. Там был он, там была она и офигенные декорации, если вы понимаете, о чем я говорю. Сейлор Мун, Кристалл, Юна Лекс и Соло Кос. Там была такая красивая Serenity, Endymion. Это вы, да, бежите? Бегите, бегите. И прекрасная колонна. Да, а где колонны? Все уже, да? Вот так, понятно. Выкинули колонны, прикиньте. Офигеть. Командное дефиле. Лучшее представление образов. Кто? Что? Где? А, эти крутые, конечно. Атака титанов. Вы были офигенны. Идите сюда. Атака титанов. Командное дефиле. Харука Минт Валю. Нет, атака титанов не хочет. Ты хочешь? Так иди сюда. Чего вы? Как будто бы не хотите. О, еще один туалетный мальчик. Хана Кокун. Победа в командном дефиле, номинация «Лучший костюм» Креветика и Хару. О, вот так надо на сцену выбегать. Бегом, 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 бегом. С суперскоростью.
наконец-то мы добрались до косплея по-русски. Их было, в принципе, не так уж и много. Как вы думаете, вот приз жюри кому могли дать вообще? Близко, но нет. Птица, конечно же, славянская мифология, Би-Пи Алиса и Бьякучан. За победу в конкурсе «Дефиле» в номинации «Самый кавайный кавай» победила «Живая любовь», «Школьный айдол», «Сибирскай», «Луневлия». Осталось всего 4 грамоты. При зрительских симпатий в дефиле «Нязия» получают «Аркейн», «Паудер» и «Джинкс», которых исполняли «Хикари» и «Зефир канадский». Вот сейчас у меня такое чувство дежавю, мне кажется, я уже говорила это, но на всякий случай я еще раз. «Геншин», «Игровое дефиле», «Аратаки Итто», «Лушань», может быть, ты пришла? «Лушань». Ну что ж, и осталось два очень приятных приза, спецприза от оргкомитета фестиваля «Тогучи». Вот у меня здесь есть «Одиночная Азия» и «Игровое дефиле». С кого начать? В Азии, ну, все так достаточно понятно. Ну, в принципе, в «Игровом» тоже достаточно понятно. Так вот, спецприз от оргкомитета фестиваля «Тогучи», «Одиночная Азия», «Человек-бензопила», «Холодилок». Спецприз от оргкомитета фестиваля «Тогучи», «Игровое дефиле», «Пограничные земли 3», «Марго Акуато». На этом грамоты у меня закончились, ну, кроме «Лушань», которой нет. И я все-таки повторюсь. Надежда Филин, это твое. Где ты? Уехала? Значит, найдем. Парочку слов. Следующий «Тогучи» ожидается 28 августа. Еще одна карточка. Никто не терял, но она, походу, не именная. Момент. Ладно, будем искать. Тема с потеряшками появится ближе к 12 ночи. Но мы очень надеемся, что там будет их немного. Ну что, мои хорошие, я с вами тоже прощаюсь. Увидимся с вами теперь летом, через 3 месяца. Буду очень сильно скучать. Надеюсь, что вы тоже. Хороших вам 3 месяцев. Шейте самые крутые в мире костюмы. Готовьте самые крутые сценки, самые крутые танцы, самые крутые караоке. Все, пока.